Привет, и мы продолжаем проходить Ведьмака. У нас вот тут вот было задание на каменоломне. Давайте туда сбегаем. Посмотрим, что за задание, что от нас хотят. О! Что происходит? Что-то у меня с геймпадом какая-то фигня была. Не подходи. Вот опять отключается. А то будет одним трупом больше. Что тут делается? Слушай, ты. Сзади. И думаешь, я куплюсь на такую... А, мать моя! Гули? Оружие хватайте! Чудища идут! А, шестой уровень. Маленький. Иди, иди сюда. Альгуль, вернее. О, сундук. Спасибо. Если б не ты, нам бы уже конец пришел. Как пить дать? Ну-ка. Так, где-то тут сундук был. А что за задание-то? И это все? Мне казалось, здесь квест должен был быть. Нет? Это очень странно. Ну, болтаешься реально. Тут словно говно в проруби. Крестьянин. А что за квест у меня тут? Заказ? Пропавший брат. Это где? Это там. А дальше Скериги. Странно. Ну давайте сохранимся и прогуляемся туда. Иди к дяде. Пошел-то. Какому дяде? Его, видите, кровище. А, школа кота. Все? И где это все находится? Один там, один там. Короче, очень странно. Очень мелко. А в чем дело-то? А почему? Почему? Я вообще ща этого не поняла. Ну давай. А чё они на меня напали-то? О, очень какая-то странная ситуация. Я нифига не поняла. Погодите, дайте-ка я с них пособираю. О. Алмазная пыль. Да что такое-то? Что тебе не нравится? Сейчас, секунду.
Странно, другой контролер, почему-то он меня не видит его. Другой геймпад. Непонятно почему, правда? Так, ну давайте тогда. Слушайте, Ведьмачья школа кота. Ну, давайте сгоняем. Раз уж я нарвалась. Это вот здесь вот. А я тут была аж. Давайте точки перемещения. Что-то мне попадается одна школа кота. Я хочу школу медведя. Что-то какая-то несостыковка идет у меня сейчас. По какой-то причине. Сейчас мы быстренько заберем. Но. Ну почему-то я думала, что на той каменоломне какой-то большой квест все-таки был, нет? Куда ты едешь-то, дебил? Я там была. А где я пропустила? Я там была и пропустила. Ну, о, я тут все, была. Все. А у меня, кстати, здесь был квест. С этими, с поросятами. Здесь стоит осмотреться. Да. И как я проглядела? Я вроде бы все бежала. Почему я не нашла? Нет. А, дебил. Так, это где-то здесь? Как это я пропустила? Вот. Я, помните, у нас был квест, когда люди в поросят превратились. И я тут пропустила. Как так? Я вообще не понимаю. Вроде бы каждый угол осматриваю. Нифига. Так, и последний у нас в этом Ксимфурде, да? Надо до ближайшего. А тут, кстати, чё? Давай. Может быть, там где-нибудь флажок есть для перемещения. Туманик? А чё он тут забыл? Туманик. Не люблю туманников. Так, ну он тут один был. И чё по итогу? Ну тут домик. Так, я нашла улучшенный рецепт, как говорится. Здесь лут. Здесь чисто лут. Алкотест. Вон там еще один гуляет. Нападает. Нападает. Ой, двое? Все-таки двое. Нет, один. Один. Я смотрю, второй нападает. Блин, платовая, не бойся, пойдем. Прям красивая золотая осень. Цветастая, все такое, класс. Туманики. А, не, накера. Ого!
Ого, ой. Я его сбила. Так, здесь палатка. Спрятанное сокровище, блин. Это спрятанное сокровище. Нехорошо. Чё это? Ой, располовинили. А, так и где это спрятанное сокровище? Сейчас, подождите, ребят, я вот немножечко не туда заскочила. Где сундук-то? Мужик лежит. И... Это опять глюк? Вы серьезно? Ладно, загрузка. Истощенную и раненую Цири нашли на болотах крестьяне. Они отвели ее к барону, самозванному владыке Велену. Барон позаботился о девушке, и когда та набрала сил, снарядил ее в Новиград. Ну? Где, блин? О, трупы пропали. Замечательно. А забрать-то где? В чем дело? У меня знатный глюк. Спрятанное сокровище, но я совершенно не вижу ни сундука, ни мужика. Ну, как правило, лежит какой-нибудь мужик еще. Труп. У него всякий лут. Ну, ни хрена нет. Забавно. Игра. Ты меня просто удивляешь в этом плане. Это обидно, если честно. Черт, нам надо сюда, ребят. В деревню. В дебри поехали. Ну там мостик. Нет, не поплывешь. Шевелись, плотва. Ика, что это такое? Миленько. Хорошего понемножку. Так, как си? А почему? Да блин. Своим щитом. О. Жесть какая. А, горю, горю, горю. И где? Где? Так, что-то забрали. Так, а тут второй домик. Ну, тут ничего нету. Ну, поехали. Как ты только болезнь не разносишь. Да, да. К
как что-то случилось. Ведьмак, помоги, нас убивает какой-то монстр. И что так сразу это прокажено какой-то. Так бесит это, если честно. Одна баба другой бабе засадила в жопу гравлю. Что? Забавно. На бабе другой бабе засадила. Очень миленько. Очень-очень миленько. Так, давайте вот сюда. Побежали. Слышал вчера вот, что они делали с этой женщиной. Да что и всегда. Сначала ногти вырывали, а под конец сломали кости. Я больше так не могу. Как отстоим стражу, подам рапорт о переводе. Жесть. Это ж просто ведьма. Вот это да. Просто ведьма, говоришь? Сейчас продадим. Было. Я слышал. Так, подождите, а это где-то здесь. А где? Ну, Иванища, пора в море возвращаться. Радоваться тут нечем. Ниже? Опа. О. Ну-ка. Чё, этого я не ожидала, кстати. Что это где-то в доме будет. Закрыто. Во, подвал. Ну-ка, поехали. Ну, спастись. Тут прям подвал, гляньте. Так, и... Вау. Мы куда-то... Хождение по катакомбам, это, конечно, миленько, но... А это куда? Это выйти куда-то вам можно. Выйти можно. Чё это? Так. Слушайте. Ну-ка, дайте-ка я сохранюсь. Я не знаю, куда я вышла. Вот я... Хрен пойми, где, короче. Это я назад в дом выбралась. Мне надо в другую сторону. Нет. Подождите, это где-то тут? В упор не вижу никаких сундуков, ей-богу. Это вот где-то тут. Ну, давайте попробуем пробежаться вниз. А куда это я уйду? Ага, закрыто. Так, и чего? Где мой сундук-то? Капец.
Ну что-то в доме вообще здесь где-нибудь. Закрыто. Зачем погасить-то? Я вообще тупень. Ну вот где-то здесь. Ладно, пойдемте наверх. А чье это здание? Здесь много всего. Много книг. Ой. Так, это улица, нет. Так, где-то тут должно быть. Так, неактивный сундук. Ну и что? Блин, ну это не тут получается-то. Что за дела? Так, ну тут нету. Давайте еще раз вниз спустимся. Не знаю, но я и тут же пробежала. Подождите, вот стена. Оп. Актив. Твою налево, ну как вот не заметить, а? Спешишь, людей не смешишь. Называется. Вот оно. Нашли, блин. Все, валим. Достали мы. Можно тут выйти? А, закрыто? В смысле? А, я сверху выходила, да? Века не видали. Так, что у нас там дальше по заданиям? У нас, кстати... Так, Велин, Новиград, Новиград. По-моему, вот тут, наверное... Новиград. Не, подождите, не то. Заказы. А где это? А это там вообще. Ага. Ну давайте вот лихо лесное возьмем, что ли. Нет? У нас здесь? Вот сюда. Знаешь, что про вас говорят? Хочешь справедливости? Найми ведьмака. Поговорить с Брианом Ходчем. Что они делали с этой женщиной? Ходчем. А что и всегда. Кстати, перестал наконец-то тикать. Не знаю, в чем дело было. Какая-то проблема была явная. Мой дядя ездит с цирком, потому что умеет глотать мечи. А ты умеешь? Так. Что происходит? С тобой пообщаться. Здравствуйте, мастер-ведьмак. Давай. Я видел объявление. Допустим, я заинтересовался. Вот и прекрасно. Чудно. Я Бриан Ходч. И это я повесил объявление.
Мне нужно как можно больше подробностей. Разумеется, разумеется. Что же, в результате не самых счастливых для меня событий я вступил во владение полосой леса под вырубку. Это здесь, прямо под Новиградом. Вдали от больших дорог, зато близко к порту. Оставалось только нанять дровосеков и сосчитать деньги. Меня интересует чудовище, а не твои дела. Ну так ведь все же связано. Я нанял нескольких краснолюдов, а те стали говорить, мол, в лесу призрак. Я решил, что они работать не хотят. Но как-то они ушли в лес, и вернулся только один. Говорит, какое-то лесное лихо на них напало. Давай. Я возьмусь за работу. И где тот выживший? Должно быть, шатается тут где-то. Последний раз, когда я его видел, он пропивал заработанное. Сказал, хочет почтить смерть товарищей. Так, найти хижину дровосеков? Ага, побежим. Так, подождите, а тут поговорить можно? А, поговорить с очевидцем. Вот он. Как же этот Новиград? Так, это ты, да? Здравствуй, путник. Я внесу рюмочку за упокой моих умерших приятелей. Ага, рюмочку. Так их, сука, раскатала. А я ведь не знаю, что это было. Не знаю, кого проклинать. Я говорил с неким Брианом Ходчем, он рассказал о смерти твоих товарищей. Сколько же мы толдычили этому херу, что в лесу что-то завелось? Это, наверное, леший. А он не верил. Подозреваю. Он нанял меня выследить лесное чудище, которое напало на дровосеков. Да? В таком случае беру свои слова обратно. Хороший он мужик. Хоть и коротышка. Ой, блин, а сам-то? Что ты помнишь о нападении? Возвращаемся мы из лесу. Каждый нагружен дровами, как старый мерин. А тут что-то, сука, как завоет. Вроде как матерый волчара. Мы руки в ноги, а у телеги колесо заклинило. Магнус Рихтер говорит, чтоб я бежал в хату за арбалетами. Ну так я и бегу. Возвращаюсь я, значит, в лес. А там, сука, истинная мясорубка. Я даже не понял, кто где лежит. Спасибо, ты мне очень помог. Завали эту нечисть. Завалим, завалим, не переживай. Все, побежали. Недалеко хоть бежать там? Ну-ка. Недалеко, ага, конечно. Плотва. Без тебя никак. А ты любишь в мокрых портках бегать? Конечно. Дождик. Ой, куда-то я не туда. Вот так. Блин, ну чё вы тут все столпились-то в одном месте? Серьёзно. Спасибо тебе огромное. Но... Врезалась. О, я нашла ещё один. Уже радует. Ну, пошла. Не во всех уголках карты. Еще была, получается. Интересно, а задание длинное? Я надеюсь, не очень. Так, вот, кстати. Ну-ка. Это хата лесорубов Ходча. Теперь надо найти, где они погибли. Ага. Ага. Колеи глубокие. Должно быть, тут телега лесорубов остановилась. Ага. Потом они поехали здесь, наверное, в своей вырубке.
А, типа проследить по следам? Подождите. Подождите. Ладно, пошли. А то тут одно блюдце. Я тут насобирала. Заколебалась продавать. Это какой-то кошмар. 60 килограмм у меня это все занимало. В общем, я все продала. Все вот это барахло. Тут враги, кстати. Вот тот. А, накера. Судя по звуку. Ай! Ну, давай. Да ты чё? Ну-ка. Вон еще по пути. О, нахер воин. Кстати, я ж, по-моему, себе сделала... Да, я ж себе сделала один большой зеленый и забыла его вставить, представляете? Вот сюда. Во! То, что доктор прописал. Понимаете? Понимаете? Пожалуйста, хранимся. Лихо лесное. Так, тут трава. А может и нет. Когтями процарапал скалу. Похоже, он был очень зол и очень силен. А кто это? Блин, и туда, и сюда. А, труп. На Люда была глубокая рана на спине. Он умер от потери крови. Убили. А вот теперь вот сюда. Один краснолюд пошел сюда. Ага. Так, подождите. Чё-то не то. Здесь был бой. Двое краснолюдов и что-то большое. Здесь был бой. Угу. Двое краснолюдов и что-то большое. Расширился. Да, поиск. Во. Корни придавили краснолюда к земле, так что он задохнулся. Все указывает на лешего. Леший. Молодая особь. Должно быть, он в этом лесу недавно. Надо найти его тотем. Вороны служат лешим. Тотем должен быть где-то рядом. Так, леший. Тут что-то... И что это? Это не птица лешего. След неверный. Ага, не то, не тот след. Еще. Да блин. Вон. Похоже, обычные вороны. Не следа тотема. Вот здесь вот, может быть. О, нашли. А вот и тотем лешего. Как только я его уничтожу, он занервничает и выйдет из норы. О, без проблем. Сейчас мы его это... Того. Неплохо. Хи-хи. Ну, ты где? Драка, драка, драка. Красавица. Они ж вообще хранители леса. Вот.
Гори! О! Есть? А, у меня, кстати, они есть. Хлобысь. Испарился. Надж. Ха-ха! Ну-ка. Хореношка тебе. Пёс смылся. Ну-ка, не буди. Угу. Так, толпа волков, конечно же. Друзей позвал. Ой! Вот это было больно. И... Вот это было больно. Все? О, как он это. Миленько. А, вы еще остались? На второй уровень? Ой, слушайте, толпа. Блин, когда вот толпа волков, это вот, ну, стаи, когда нападают, такое себе, на самом деле. Где, блин? Во. Так. Получить вознаграждение. Хорошо. Кстати, было у нас еще какое-то задание, вроде бы, на... Лешего. Я помню какое-то прям такое прикольное задание. Там в деревне то ли проклятие, то ли что будет. Ну вот пока вот оно не попалось нам. То ли это задание, то ли это заказ будет. Все, поехали назад. О, удачненько. Хижина дровосеков. Хм. Медвежья шкура. Медвежата. Все, давайте соберем наш... Нашу денежку? Здравствуйте, мастер-ведьмак! Работа сделана. Я убил лешего, который напал на дровосеков. О, это прекрасно! Чудно! Правда, придется найти новых лесорубов. Но в работниках тут недостатка нет. А если сюда какой-нибудь новый леший придет? Всякое может случиться. Тогда придется поискать какого-нибудь ведьмака. Аргумент. Ну да-да-да. Разумеется, тебе полагается плата. Я ведь не из таких, что не платят за хорошую работу. Прощай. А, спасибо. Сколько заплатил-то? Сколько дал-то? 250 очков опыта. 195, блин. А побольше нет, нельзя? Давай, задание. Так, заказы. А, это сокровище, слушайте. Новиград. Школа кота первый уровень. На кой мне первый уровень? Кармурхин. Вот это вот у меня так и не восстановилось. Это я буду за кадром собирать. Да. И вот тут тоже что-то. Может, грифон? Знает. Вообще не это я собирал смотреть. Эхо прошлого, мастер броник. Нам надо распутовый клубок сделать. Он 11 уровня, его надо бы доделать по-хорошему. Вот. Классная игра. Нитин какой-то, скачки опять, блин.
волчьей шкуре. Все, ребят, давайте мы здесь остановимся. В следующей серии мы продолжим. Проходите. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.